товар рубрики «Здоровье» сегодня то, что поднимает на ноги, то, что бережет, то без чего абсолютно нельзя. Вы получаете сегодня продукт, который наладит работу желудочно-кишечного тракта. И представляет его сегодня сама разработчик, эксперт научных технологий будущего, ваш любимый эксперт, ваш любимый уже консультант, Любовь Ильина. Люба, я очень рада, что сегодня вы с нами. Здравствуйте. Лена, добрый день. Добрый день, дорогие телезрители. Очень рада вас видеть. К сожалению, в прошлый эфир я не смогла приехать и не смогла быть с вами, потому что за этот год мы продали, если обычно мы продаем 10 тонн фукуса, это та водоросль, из которой мы делаем наши продукты. В этом году еще сезон не закончился, а мы уже продали 15 тонн. Все сырье закончилось. А поскольку это дикорастущий продукт, я была вынуждена поехать сама на Белое море, договариваться с теми, кто добывает этот фукус, чтобы сегодня выйти всего на несколько эфиров. Вот все, что я смогла закупить сегодня в нашем эфире. Слушай, но гастро, да, говорят, что именно летняя пора – это пик работы гастроэнтерологов, да, почему? Давайте начнем с того, во-первых, для кого продукт гастро. Да. Я расскажу, почему лето – это такой страшный сезон, и обязательно нужно думать о своем желудке и кишечнике. Гастро – мой любимый продукт, почему? Потому что он подходит всем – и детям, и взрослым, и пожилым, и мужчинам, и женщинам, потому что он решает, вот эта одна банка лечит все болезни желудочно-кишечного тракта. Если у вас язва, если у вас эрозия, если у вас гастрит и колиты, если у вас дисбактериоз, если у вас запор или диарея, несварение, боли, тяжесть в желудке, с первой ложки гастро вы получите результат. А почему? А потому что в составе уникальные бурые морские водоросли фукус. Как раз вот тут вот я была буквально месяц назад. Да, это Россия, это Белое море, это север, это то место в районе Соловецких островов, где растут наши водоросли. Причем фукус не выращивается искусственно. Он растет только в диких природных условиях. Вот это да. И добывается он, к сожалению, только 2 месяца в году. Это август и сентябрь. До сентября мы уже не увидим. До сентября мы уже не дотянем, потому что фукуса уже нет. Все, что добыли, все закончилось. А что за технологию, которую вы разработали? Я знаю, что вы являетесь разработчиком формулы. Да, это самое интересное, потому что фукус в живом виде, он практически не усваивается. Его клетки покрыты целлюлозной оболочкой, а в нашем кишечнике мы не коровы. И у нас нет ферментов, способных расщепить эти клетки и достать полезные вещества. Плюс мы черти что едим, у нас забит кишечник, у нас неправильный метаболизм, у нас микрофлора разрушена, поэтому, конечно, мы ничего переварить не можем. Слушайте, вы в Наукограде Пущино разработали. Да, но в Наукограде Пущино наш научный консультант, профессор, разработал уникальную технологию кавитации, когда без химии, без высоких температур, только с помощью физики и физического воздействия клетка фукуса в нашем реакторе раскрывается, и оттуда достаются все активные полезные вещества в натуральном живом виде. А вот в этих волшебных водорослях более 80 активных веществ. Вся таблица Менделеева практически тут представлена, и все то, чего нам так не хватает, и из-за чего мы болеем. То есть, если мы не хотим болеть, мы можем, конечно, подправить свое здоровье. Смотрите, вы получаете 2 курса, третий вы получаете в подарок бесплатно, и все это по цене только сегодняшнего дня, 3999 рублей. Более того, я хочу вам сказать, что именно сегодня при оплате карты вы можете получить дополнительную скидку или оплатить, конечно, при уже получении заказа. Успевайте дозвониться прямо сейчас. Последний раз мы представляем его сегодня. Звоните, заказывайте, потому что именно лето – это особенная пора, когда мы с вами больше болеем. Это и отравление, это и желудочно-кишечная инфекция. И диарея, и запоры, и плюс бактерии. Еще и хронические болячки. Угу. Делайте первый заказ прямо сейчас. За все время продажи у нас гастро было продано более 6000 наборов, комплексов, и они были все на 1000 дороже. Какие отзывы, Лена? И, конечно, у нас лучшая цена сегодня – 3999. Звоните. 2 штуки по 500, то есть мы принимаем по ложке в день, да, правильно? По две ложки в день. 1 столовая ложка утром за 20 минут до еды, 1 столовая ложка вечером за 20 минут до еды, запивая стаканом воды. Можно запивать, можно разводить в стакане воды. Самое главное принимать по 2 ложки. И вот этого курса из 3 банок вам хватит почти на месяц. А результат вы получите уже с первой ложки. Если у вас были боли, если у вас были несварения, если у вас были газы,
газы, если у вас были вздутия с первой ложки гастро, все эти симптомы уходят. Если у вас более серьезные заболевания, если у вас язвы, гастриты, колиты, эрозии, за 2 недели язвы затягиваются, эрозии эпителируются. Ух ты, икра, да, вы забываете про боли, вы забываете про кровотечение, и вы забываете, самое главное, про то, что могут в любой момент вот эти воспалительные процессы возникнуть и опять уложить вас в койку. А вот за счет чего это работает? Почему мы получаем такой результат? За счет состава. Я уже говорила, что бурый водоросли, фукус, его еще называют королем водорослей. Почему? Потому что в его составе есть почти вся таблица Менделеева. И самый главный компонент, бесценный, это полисахарид фукоидан. Вот этот полисахарид начали изучать в середине прошлого века. И первые его начали изучать японцы. И они уже тогда доказали, что он обладает мощнейшими противовоспалительными свойствами. Что это значит? Это значит, вообще вся боль в кишечнике, все процессы начинаются с воспаления. Как только фукоидан подавляет воспалительный процесс, тут же запускается процесс лечения и заживления, и вы забываете про все ваши симптомы. Более того, в составе фукуса есть уникальные альгинаты. Альгинаты отлично работают на кишечнике, когда речь идет о запорах, в том числе хронических. Ведь что такое запоры? Это когда мы в туалет ходим, конечно, реже 3 раз в неделю. А если этот процесс длится месяцами и годами, то в нашем кишечнике шлаков накапливается. Такие камни прям каловые. Да, не 4,5 килограмма, а до 25 килограмм. Сколько? 25 килограмм мы носим в кишечнике? 25 килограмм шлаков мы носим в кишечнике каждый день. Вот более это того, да. вот эти шлаки, они же не мягкие, поэтому они не выходят, они уплотняются, правильно ты говоришь, камень, и они превращаются прям реально в камни. Камни могут быть маленькие, а могут быть размером с кулак, и выдавить этот камень из себя, ну, без кодов средств. Порвете просто всю прямую кишку. Правильно, плюс, естественно, вываливается геморрой, плюс обостряются воспалительные процессы, плюс повреждается слизистая, и на этом фоне не только начинаются кровотечения, обострения, начинается интоксикация, отравление всего нашего организма. Что делает гастро? Гастро, попадая в кишечник, во-первых, он размягчает вот эти камни, вот это каменное содержимое размягчает, увеличивает в объеме. Плюс, поскольку это гель, а не сухой продукт, он стенки кишечника слизистую смазывает. В составе гастро есть омега-3 жирные кислоты, и они работают как польза. Смазка, конечно. И в результате вам не надо часами сидеть в туалете и тужиться с непонятным результатом, сходите вы в туалет или не сходите. За счет смазки, размягчения содержимого, вы заходите в туалет, садитесь, и за 2 секунды происходит тот процесс, очищение, который не давался вам месяцами и годами. Да, как...